Обгон автомобиля всегда является достаточно опасным маневром, а в местах, где он запрещен правилами, это становится чрезвычайно опасно. При этом такое нарушение еще и одно из самых распространенных. Водители не всегда помнят о том, что при неудачном обгоне участниками ДТП станут и другие автомобили. Напомнить об этом призвана очередная акция сотрудников госавтоинспекции. В настоящее время на территории Смоленской области, также и в частности в городе Десногорск, проводится операция «Встречная полоса», целями и задачами которыми является снижение такого вида ДТП, как выезд на полосу встречного движения. Период проведения данного мероприятия с 26 по 31 августа 2019 года. За выезд на полосу встречного движения в неположенном месте полагается штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев. А если водителя за это нарушение поймали повторно, права заберут уже на год. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.